Приехали, ребят, мы колеса поменяли. И у нас загуляла вторая коза. Первую мы прощелкали из-за снега, не смогли отвезти. А вторая, ну, коричневая Нюська, загуляла. Теперь криком орет. Глаза бешеные. Нужен козел, да, Нюсь? Видите, хвостиком как завлекает. Первый признак. Видите, упираюсь, когда в задницу. Она не идет. Нифига. Упирается. Не утолкаешь. Обычно толкнула, она пошла. И постоянно криком орет. Он хвостиком заигрывает, да, Нюс? Сейчас Ира позвонит. У нее там знакомые в селе есть. Вернее, знакомые родителей. Если получится договориться, сейчас надо отвезти козу на случку. Ну, соответственно, все это покажем. Фух. Тяжелый случай. Ага. Открой, пожалуйста. Отсюда снимай, ну я ж ложить буду туда, ничего. Она не упадет? У вас опять декольте сантехника. По голове, наверное. Поехали. Не знаю. Что-то не бьется, я ее не оглушил. Не знаю. Ты знаешь, это подвиг. Здравствуйте. Мы козу привезли, можно покрыть вас? Привозили когда-то. Козлик у вас еще есть? Мы к вам приезжали, привозили козочек. Ждем, ждем вас. Хорошо, спасибо. Отлично. Видишь, как повезло. Надо сейчас попросить у него номер телефона, знаешь, ну как бы хоть. Здрасте. Хорошо. Ну это такое дело. Он у вас такой парень красивый. Полупопия свои спрячьте, декольте сантехника. Могучий, ага. Ну я ж тебе говорю, вот это вот, которое, что детки, это самое, которые были, ну то есть, ох и красивая у Стаса. Здоровая, морда большая. Хвостом. Ага, ага. Чтобы не выскочить. Да, ну не она. Куда что сделала? Сгорбилась, да? Сгорбилась. Да по таким деньгам, конечно. Чего не брать, еще она так доится. Сказала, этого есть. Хорошо, тут Мотя. Ой, это тут и поросятки. У нас тоже белая, хорошая. Ну она тоже крупненькая. Да, отдельно, но он ее мучил. Фуна а те там молодые две. Ну, уже как. Моська симпатичная. Да, да, да. Мось, иди сюда. И какая-то морда. У нее как прическа такая, надо. Мой. Над глазами. Пяточки. Красивая, бородка маленькая. Два дня. Поделает. Ну, поднимается. Поднимается, шерсть. Понял, вот это. Ну да, 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 да. Я думал, на голове тут. Не-не-не-не-не. Понятно. Не, что ее ешь? Так он прям перескакивает сюда. Да. Да. Паразит. Ему. А он по огороду, как отвяжется по огороду, таскал меня. Он здоровый, ну что, здоровый, я на пузе. Ой, ужас.
флиртует. Ну да. Заигрывает. Заигрывает. Боря. Борис, ты, наверное, плотно это пообедал. Все, съежилось. Угу. Все. Ну вот видишь, как хорошо. Все, Нюсь, поехали. Ну, Андрюша, я тогда звонила, Светлорадио, у нас тоже 500 было. Да? Да. А где там Светлорадио? Где там? У стада есть, в Кисличем. Там козел. 500 рублей тоже. Туда хотя бы не ехать. Андрюш, ну я так думаю, что знаешь, как бы, если даже вот у белки козлята родятся, надо себе оставлять. Может быть. Ну, коз, я имею в виду, себе оставлять надо своих. Так, как по мне, нахуй. Ну, сейчас я сильно долго держать, пока не доится. Начнут, короче, сразу. Тихо. Все. Ага. Фух, ребят, управились. Телефон возьмешь? Да. Сейчас поедем. Нагулялась. Выемку производите. Мы приехали домой. Домой приехали. Сколько не выскакивает. Да что ты, все условия. Я возьму Зенсину на руках. Зенсину. Вы меня так не носите. Снимай. Мы пошли. У вас. Белка уже спускает. Не рви. Она себя душит. Иди. Все, успокоилась, орать не будешь. Хвостом еще мотыляет. Отмотыливает. Все. Ой, боже, у тебя что, моська грязная? Нюська, ждем тебя. Белка, блин. Белка. Ну что, ребят, козу мы подпустили. Теперь ждем 5 месяцев, пока она не приведет козлят. Дело за малым, просто дождаться нашего великого счастья. Обычно 2 козленка у нас получается. Ну, в принципе, и все. Следующее видео будет про обещанную уборку. Как обещали, все сделали, все покажем. За нами, как не постоит, не застоит. Короче, ребят, всем пока, всем счастья, добра, позитива, положительных эмоций. Просто всего самого хорошего. Спасибо, что нас смотрите. Всем пока, ребят. Пока. Майя.